Готовы? 3-4. Поехали! Им физика помогла познать химию денег. Идею для бизнеса можно отыскать и в школьном учебнике. Шоу-программа для малышей соседствует с теми, кто помогает запускать настоящие ракеты. Максим Земсков свою золотую жилу нашел еще в аэрокосе. Теперь кует деньги на том, что режет металл. Детали высокой точности по особой технологии. Для самолетов, ракет и декоративной решетки сгодится. Инновации объединяют космос и элементы благоустройства. Мы уже много произвели деталей для авиационных заводов, то есть наши детали уже летали в космос, надеюсь, будет у нас городские заказы. Может быть, изготовление панно в театр, там, филармонию каменную, это очень красивые покрытия, которые могут столетиями служить. На 3 дня площадь Куйбышева превратилась в выставочный комплекс и биржу контактов. Представители мэрии тоже примечают, какие разработки можно применить в городском хозяйстве. Отдают должное роли бизнеса в развитии экономики Самары. Важность его неоценима. И ее нельзя оценивать, эту важность, только в показателях, в рублях, там, в тоннах, в кубометрах, в штуках. Это просто люди, которые не просят, а дают. Дают рабочие места, продукцию, платят налоги, производят что-то. Юрия Римера заинтересовали ограждения для контейнерных площадок. Современные мусорные баки требуют достойного забора. Этот бетонный не один десяток лет простоит и ветром не сдует. Трактор там что-то подойдет к нему, если его даже будут двинуть, он его не сдвинет, потому что каждый из этих изделий, они где-то висит тонна. Выставка объединила более 200 предпринимателей из Самары и Тольятти. Их ждет насыщенная деловая программа. Мастер-классы, тренинги, деловые игры. Отвлечься можно и за несерьезной игрой. Прямо на площади Куйбышева старые резиновые покрышки превращаются в безопасную детскую площадку. В Тольятти научились делать из вторсырья полезную резиновую плитку. Говорят, тренировочное поле для команды «Крылья Советов» тоже сделано из чьих-то старых галош, колес или дачных шлангов. Изучать самарский бизнес от А до Я лучше всей семьей. Все выходные у предпринимателей на площади Куйбышева – главная дорога. Выставка продлится до воскресенья. Ольга Морозова, Алексей Золотенков. ГИС «События».